Всем привет, дорогие друзья, и сегодня на новичке мы зайдем на арену боссов. Не забываем, что в моем, ребят, телеграм-канале скоро у нас будет розыгрыш, обязательно заходите по ссылочке в описании. Итак, что я хотел бы сегодня попробовать? Очень много ребят написало, что для новичков это нереально, что-то там нельзя забрать. Давайте сегодня попробуем просто новичком, попробуем пострелять каких-то либо там боссов и посмотреть, что с этого получится. Итак, значит, мы зашли на новичке, я еще раз не заходил, это первый раз я только зашел на новичке. Давайте попробуем, ребятки, давайте попробуем, тут у нас сезон, понятное дело, но нам нужно подойти к этому типу, подкрепиться, да, там урон дают нам, все дела, то есть первый раз дают какой-то буст, скажем так, да, вот, в принципе, ушки вот такие вот на макушке мы можем получить там, ну, больше тут ничего такого в магазине я не видел, вот, ну ладно, так, все, поехали сюда. Что у нас по боссам, давай будем разбирать. Вот, мне самое главное, чтобы хотя бы пару уровней пройти. Значит, у нас дробовик. Есть у нас дробовик, ребят? Да, есть дробовик. Ну, давайте. Ну, конечно, да, сразу скажу, это перевод. Это просто перевод оружия. Если у вас мало оружия, я не советую, наверное, скорее всего, туда идти, ребят. Вот, что сделать, как его лучше убить? Когда он врезается в бочку, ребят, когда он врезается в бочку... Лучший способ, конечно же, это потом сразу его гасить. Вот он врезался, к примеру, в стену. Можно дробашом раз-два и добивать, потому что он как бы максимально получает урон. Ну, вроде бы так, не знаю. Но ох ты ж какой, ох ты ж какой. Ну, лучше в бочке его. Направляйте его к бочке, вот так вот. Вставайте возле бочки и направляйте. Когда он врезается в стену, ух ты ж какой оглушатель. Ух ты ж какой оглушатель. Да хватит меня бить. Ну хватит. Ну давай уже в бочку врезайся. Дядя Степа светофор. Ну хватит. Ух ты как. Ладно, не бочка, давай тогда вот так вот. Стена. А че он не получает урон? Че он не получает? Эй, Глоком. Ну, тут, конечно, да. Тут можно было быстрее его убить. Но я хотел проверить. Я просто еще не знаю, как он точно работает. Но мы хотели проверить. Так, что у нас здесь? Здесь у нас, понятное дело, бесплатный сезон, мы можем получить какие-то либо награды. Здесь что классное, это 25, вот это можно еще забрать, ребят, если играть без доната, вот этот портфель, по-моему, можно еще забрать. Если я ошибаюсь, напишите в комментарии, сколько нужно пройти, чтобы забрать. А вот скин вот этот, без доната, по-моему, нет. По-моему, нет, ребят, я точно не помню. И говорили, что эти... Какие-то непонятные ящики. Здесь просто ничего там не выпадает. Ну, не знаю. Но такое, конечно. Ребята очень сильно бомбят. Вот. Я бы хотел, конечно, что-то тут изменить. Но что ж ты тут изменишь? Ничего нельзя изменить. А мы, кстати, можем еще усиление взять? Вот этого Вильяма. А-ха-ха, давай, Гроши, говорит. Вот ты хитрюля, Вилья. Так, нам открывается далее следующая ведьма. Блин, не хотелось бы с ней драться. Что у меня есть? По катане есть что-то? Давай сейчас посмотрим. Оружие. Вот, как раз есть катаночка. Возьму, но я не люблю. Не люблю этот режим, хоть ты не знаешь, что сделать. Очень много получим урона, ребят. Я не хочу это делать. Вот не хочу и все. Сколько? 17. Ну давай. Она очень много сбивает. У меня хпшек не столько нету. Ведьмочка моя, где же ты, любимая? Получаю урончик, долбаная. Ведьмочка моя. Так, что, 600? Ну, блин, ну это... А сколько глоком? 8. Ну, катана, конечно, получше чуть-чуть будет. Ну, вы поняли, ребят. Вот это... Главное, не попадайтесь на это кровотечение, потому что борода. Все, это борода. Сколько мы получим урона, я не знаю. Но она сложная, максимально сложная. Не знаю, как вам, для меня она очень тяжеловатая. Но один плюс то, что когда ты берешь катану, ты ее рубаешь руку. Ну, нам же говорят, типа, возьмите то, возьмите это. Вот, ты ее рубишь руку. И, в принципе, нормально так можно еще как бы порубиться с ней. Потому что она, видите, по 17 это неплохо. Для ведьмочки это очень-очень-очень хорошо. Я не знаю, может брать глок, например, когда она начинает стрелять. Где-то она с кустов там появляется, возможно. О, да, можно глоком как-то подобивать по чуть-чуть, понемножку. Вот, я думаю, что это тоже неплохо. Так, ну и катаной. В принципе, катаной она убивается. Как вы видите, можно не использовать данное оружие. Вот. Половинку катаны у меня ушло на эту ведьму, ребят. Ну и, конечно, хила. Достаточно много. Вот, ведьмочку убили, кровоглота убили. И у нас остается, ребят, у нас остается последний уровень. Это сложно. Да. Следующий уровень это за донат. Да.
понятное дело, что бомбить можно. Вот тут, конечно, момент. Какой момент, ребят? Здесь нам нужно не убивать одного из них. Просто вам нужно максимально оставить им хпшек. Почему? Если вы убьете кого-либо, или Сида, или Нэнси, то вот второй, кто выживет, он будет дамажить, по-моему, очень-очень большим уроном. Так что советую новичкам, кто не шарит, еще раз скажу, не убивайте этих двоих сразу. Ой, вернее, по одному. Потому что если вы убьете по одному, то вам, конечно, будет очень-очень-очень больно и печально. Вот, потому что там будет такой урон пролетать, что вы будете в шоке. Вот, так что будем сейчас пробовать их убивать одновременно, то есть сбивать тому, ну, бегать от них и прыгать, вот, потому что вот так вот бывает. Так, ну все, что я беру сюда? Возьму, наверное, вот так вот, калашек, калашек, ну, в принципе, думаю, достаточно. Все, ребят, поехали, Сид, Нэнси, погнали, такой вот режимчик, отхилочка, фулочка, и погнали. Бам-бам-бам по 7, бам-бам-бам по 7, хорошо, ой, он замедляет, по 5. Так, и это тоже. Ну да, калашик, ой, как он прыгает. Как он прыгает. Красиво, ничего не скажешь. Ой-ой-ой-ой, какой урунище-то пролетает. О, пошла родная, тихо. Главная хилка, ребят, главная хилка. Ну, мне кажется, глок будет поэффективнее, потому что он дамажит нормально. Ну, как бы нету промахов, как минимум. Вот этого надо еще прыгуна подамажить. Прыгун, да я тебя подамажу. Нэнси. Дым сигарет с ментолом, песня такая есть. А, о, нормально, нормально. Ну, смотрите, практически я их добиваю, но у меня 4 хпшки осталось. И больше нету, ребят. И больше нету. Спасите, помогите, дайте черешни. Хило, когда я уже дойду до этих райдов? Я уже сам жду, не дождусь, ребят. Я не знаю, когда я дойду. Все, одного убили, смотрите. Мы, ой, он хилится еще. Ой-ой-ой, зараза ты вонючая. Видите, из-за того я говорю, что лучше как-то минимально, да? Возможно, нужно этого сначала убить, не знаю. Но как бы по 2, ты чё, глок, давай сюда, по 2. А, он еще и плюс, ну, конечно, мне труба, я так понимаю, да? Потому что у меня хпшек нету. Ну, наверное, да. Так, ну, он мощный стал, видите, он сильно бустанулся, скажем так, ребят. Он бустанулся серьезно. У меня последняя хилка, больше нету. Давай, где ты там? Опа. Да ну хватит долбить, дядя. Ну как мне с собой вот бороться? Ну как мне с тобой бороться? Ну почему ты такой жесткий? О, я не знаю. Так, о, пошел. Вот я не успеваю убежать от этих всех приколов. 80 хп. Ну, тут трундец может быть, ребят. Тут может быть трындец. Трындец большой, большущий. Ай-яй-яй-яй, 48. Ну, пожалуйста, давай добьем. По 9, пожалуйста, давай. О, еще раз. Все, фух. Ну, повезло, как всегда, мне везет. На последнюю хилку я что-то пытаюсь сделать. Все, ребят, следующий уровень нам недоступен, потому что нам дают в день, бесплатно, в суточки, только 3 режима. И вот и все. Хочешь 50 ух, то, в принципе, давай монетки. Вот так вот нам говорят разработчики. Ну, вот. Так что я не знаю, есть ли смысл проходить. Да, есть, ведьмочку можно взять катанкой. Вот. Не нужно брать, как я брал, вот эти все движухи. Возьмите там, что есть. Именно глоки, это самое главное. Потому что глоками ты можешь как минимум, без промахов долбануть. Но смотрите, когда ты пройдешь 3 уровня босса, например, 3 босса прошел, уже 4 уровня апнул. Ну, конечно, такие награды себе. Ну вот следующий, схема оружейного модуля плюс буст опыта. Это круто. И как минимум ты можешь дойти до 20 уровня. Это я считал, что минимум можно дойти. Вот, так что можно пробовать, можно качаться. У кого вообще ничего нет, я не знаю, трудно сказать, стоит ли вам сюда идти. Трудно сказать, ребят. Но можно попробовать, если вам, конечно, хочется и так далее. Вот. Так что здесь все. Что еще по календарю у нас? Золотая лихорадка. Ну, понятно, скины на новичке я не заберу, потому что это нужно гасить, бомбить, как будто не знаю кто. Вот, снабжение у нас тут, ну и понятно. Вот такие вот дела. Так, что еще я? Все, вроде бы, да? Не пропустил ничего, тут нам ничего не дают. Так, тут у нас нету. Хорошо, а вокруг мы еще не бежали. Давай пробежимся, там вроде бы нету никаких моментов. Но это чисто для новичков. Катана, глоки, эмка,
калаш, дробовик. Если есть, берите. И вот этим всем можете пройти. Вот, потому что по-другому. Я не знаю. Я не знаю, почему так все жестко. Вот здесь что-то еще, да? Враг на арене будет сильнее, а награды за победу над больше. Вот это прикол. Вот это прикол. Надо будет на основе. Попробуем на основе такую вот темку замутить. Давай попробуем, да? Напишите в комментарии. Да, нет, нет, сказал мопед. Так, ну что, все, ребятки. Не забываем ТГ, не забываем за розыгрыш. Вам спасибо за просмотр. Всем удачки, фармите и экономьте оружие. Вам пока, ребят.